У них 6 команд. 6 или 5? Вроде 6. А вы что, две подряд? Да, извините. Да, извините. Матч реванш, да? Мне главное протоколами не ошибиться, когда монтировать. Сегодня легкий, да? Половина. На. 760. Хочешь батя на среду? На среду? Я отдал. Нам еще один. А? Ну, он найдет. Ну, ты же будет? Да. Значит, один еще можно, я тоже буду. Потому что месяц, блядь, я отдал, потому что никак. Ну, я, ты, батя, Костя, еще одного. Это как-то нормально. Никита говорил, что в одном вторник скажет. Сейчас пацан сказать, типа нет, гуляйте. На две недели побегаем, ну, то есть, потом обратно не будет. И что мне потом обратно делать? Давай, садись, ну. Это солнце. Давай еще раз, Саша. Да, на области там нахуя могу. Да? Ну, посмотри, лига, там команды посерьезнее, чем они прыгают. Я всю лигу снял. Сиди. Потом кто там? Якомара, Максей. Так мы сходим. А сейчас они добавили. Да? Якомара еще грубее стал играть. Очень грубо. Не снимай.
Ого! Ну, неплохо. Сейчас, ты будешь выходить? Я пищу на 5 дал. Пожалуйста, ты попить. Если я дам еще на 5, то... Мы же 2 игра. Вряд ли он пить. Давай, давай. Понял, какая конфетка? Я говорю, батя, журнал надо погонять. Ну, вот эти не понимают, надо погонять. На! На! Говорите. Ой-ой-ой. Хорош момент. Вот, давай, 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 и никто же перевертаем сюда понте во втором серии кидали. Сбомбало, в смысле, нифига не видит. Вернулся, да?
за цим тренером. Второй тайм? Не, первый. Да. А белый выиграет? Угу. Бери кепку. А? Уже солнце почти село. Я вообще тебя... Хорошо, солнышко. Лево, смотрите, лево. Дай разворот. Не, мороз не знаю. Ну, завтра идти на работу. Посмотри, что будет ветер. А я знаю, это будет. И кожа такая. Зачем тут кожа? Ну как же? Я никогда... Тупо весь день на солнце и без... Без панамы. Батареи позаряжать тебе еще немного. Серёжа! А вы хватит? Шесть матчей. Пять батарей. А вы за полтора матча? Да. Пять батареев новых забрали. У меня сегодня еще одна запаса, если я там одну зарядил. Отдыхать что-то будет.
Ні? Ні. Блін. Ребят, давай! Соком пахне, да? Быстрее бы 24-го. Куда 4-го? Шашлык. Ну так, Колян, Кристина. Кого месяца жуешь, да? Как он может? Ну, у меня вариантов нет. Пойти-то сделать. Четвертое, за 16-го, день рождения. А? День рождения 16. Ну да. А почему 24? Кристине. А почему 24? А тогда. Я буду из вас пить, выходит. Отдай ему, брат! Я иду, иду. Надо обыграть торнадо. Всех. Мне именно загнать. Они сейчас целились неплохо. У тебя все сильные. Послушай. А у нас результаты такие. Я не знаю, я думал уже все. Да. Я думал 1-1, красота. Я тоже так думал, поэтому не забил. Давай! Лицо! Лицо, блядь!
Иван, вот тобой, блядь, как тебе говорить? Чеш, а де ти воду приносиш? Не може інтуїтивно, да? Так? А я сьогодні в один матч так і знімав. Грали зеленим мечом, так. Он з полі впливається такий. Його на моніторі почти тупо не видно. За третью лигу. Thank you.
сказал, пусть эти не пустят. Ну, посмотри, завтра в мае. Да. Короче, смотри, я там сижу, но две батареи будут уже на зарядке стоять, потому что у меня их уровень только поставлен. Давай. А потом 50 дорог, да? А? 50 дорог. А, ну. Да,
поворотом. Когда была рука, короче, за спасной, вот так же сюда, и поворотом не идет. Где Серега? Сколько сегодня есть? Три. Да слышал, мы в тыле сыграли, даже знаю. Мне кажется, что тут уже хрен знает, сколько времени. А, есть дом! Я же тоже такой. Есть дом! Нас тоже было. Это походу взял, но монтажник. Это одна и та же камера, которая на монтажнике, да, наверное? То есть одна и та же. Ну, это тренога. Да. Это как Ялу, помнишь, ты играл, но ты снимал, не ты. Сносил тут тренога. Не. Это Марику унесли. Марику? Да, что там улетело же просто. Может, еще потом скотчем склеил, блядь, стоял. Это наш игрок. Поломали? Поломали? Вот это вот. Сердце не разломали. Ну там скотчем склеили. Ну это же мне зиму тогда делали. А, это? Там, где Олимпия, где был Олимпия, играл там? Да. Ну, я знаю, так от... А работает разве? Говорили, что закрыли его. Я не знаю, как сейчас, конечно. Раньше его открывали, помните? Можно было играть. Я просто помню, что... Где? По тобой! На работу ехал на лосе, понял, я в 6 стола, заезжал по дому, не знал, так зовут посетитель, заезжал там купаться, а потом на работу в 8 разводил. Проснулся. Решил, ну, куда едешь такой еще, знаешь, сын? Ты там прикрылся, попался вообще тебе такой. Целый день в отречок ходишь. Я? С утра надо делать кардиотренировку такие дни, когда оно это лет. Может, смены делать? У меня вчера фильм было, 2004 год, там было 39 час. Да, это же 39 час. Это было 2004 год. Я ходил туда ногу. Лёгся. Это 2 года назад. Горело, да, как пахнет уже? Уже конкретно. В 16-м году получился лежал. В августе месяце я начал туда ходить. Слянца. Ногу разрабатывать. Ну, платил по 30-ке. Есть. Янчик, твой, головой назад. Водя, ну блин! А вот это молодежный хатай. Дайте смену, пацаны. Молодежный хатай здоровье. Не проезжаешь? Это я переживаю. Они нравятся. У них нет. Они так же разные. Это не делают. Не. Ну что, пацаны, они не знают. Интер? Пацаны, какой счет? 3-3. Да, правильно. Суди, есть сумка его. Я специально положил, там лишнее. Я понял. Вы, блядь, сюда выйдете. Там еще 3-1. А она там. Мы говорим, что там нашли более... Больше людей сзади сидеть, чем впереди. Теперь у нас было больше впереди, чем сзади. Потому что они выходили 4-3. А потом вот даже батя чуть-чуть назад, ну, подсел. Да, я пускал. Ну и ты опустил. То есть мы начали чуть ниже играть, и, естественно, зоны появились. И, посмотри, почти все голодные контры забили. Ну, да.
голову нормально забили, когда скачем. Тык-тык-тык. Еще один! Блядь, батя, ты и Костя забили. Ну мы пропустили гол, конечно, блядь, такой. Никакой. Владик. Отключился. А мы там втроем выключили. Думаешь, он начал выбивать, и все, мы стали. Надо было прикошетить, а и на пол. Хорошо, новатор, мы думали. Обыграть, да? Ну, верно, не знаю. Я не узнавал. Мысли были, да? Я не думаю, типа... Мы, наверное, думали, так и что там первые мячи сыграли, тут включаем, и там и повезло. Мы пока не знали, что никого нет. Да, отработай сзади. Отработай такая артистка. Что, замерз? Что, замерз? Что, замерз? Сколько вы поехал на машине? Кого? Внимание, мяч! А, там же. Я вот ты поехал. А. Что я буду как барыг? Да ладно. Хоти шире быстрее. Что как ты? Еще шире. Шире. Здорово. На сам иди. Да пиво бахнул просто, да не сломил. Развело. Лево! Давай, я, блядь, по 300 пропил. А ты чё? Полтинник, да? Кто? Полтинник. Уже бы я дал круглую сумму. Дома? А дай мне мелкий, ты бросишь мяч. Видишь? Парни, блядь! Ты, блядь, тут да. Ты игрока, бежи еще назад! Ты ближе, ты как раз! Дайте сменку кому-то! Саша, садись, да. Давай, давай! Парни, парни! Отлично, парни! Ты игроки! Да, ладно. Парни, посыпай! Ну, сотку я еще буду. Да? Раз, два, три, четыре, пять. Ну, 160 рублей есть. Надо завтра платить. Мы сейчас тоже живем за день, который снимает. Но. Так я и на Кристине отплаваю. Потянул уже сегодня 300 гривен. Это сейчас еще смеси детям купить. Да. Цены, конечно, так ехать. Еще полтос было, да? Сейчас коммуналка все подорожает. Это что, холодно стало? А мне вообще, меня так чуть-чуть подмораживает. Да это я в теннис много. Я еще не садился сам почти. Но это лишнее. На поле это было не видно, что его. А, батя говорит, что товарищ говорит. Слава, возвращайся. Особенно первый танец. Там я подсел. Оно было видно. Костя пытается пресинговать, это видно. Там я подсел, я подсел чувствую. Он за одним бежит, вроде, нужен второго песни перекрою, что нормально, запрессинговали. Что ты, блядь, делал? Где? Да не, ну ладно, там, ну, вот если бы мы час поиграли бы на три, нормально. Ну, а полтора уже не знаю.
Так я сильно старался не напрягаться. Да не, ну понятно, но все равно играю. Я после утра уже как-то подустал, ну когда там. Куда, куда? Ну блядь, ну шо, ну это разочек не может быть. Шире дай! Шире, блядь! Пошли! Да! Я! Может поменяемся? Давай, давай! Блин, а блин, солнце. Хорош.
Не сиди, сиди, я. Хорош, отлично! Это. Будешь спеть нахер. Ну давай, не торопимся, давай, держи. Я начал пробовать. Когда играют черпатки с Мурсом. Да, что типа просто судья типа пьет пиво. Нет, там просто говорить не будет. Отлично! Смотри! Парни, дайте смену, пожалуйста! Шире, дай! Шире! Лупа! Давайте! Что ты делаешь? А зачем? Нормально, нормально. Сейчас я его Рефери, сука. Хуйлушка такая. Давай! Прикольно. А у меня другой эффект. А я говорю, ну, реально. Давай, Юра! Я, наверное, даже сейчас свои. Бля. Ну! Давай! Ой, Паша хороший. Бля! Пять три, да? Парни, дайте смену. Я. Есть смену. Thank you.